прорисовал, сделал хороший рисунок, разобрался в форме немножко, так походил, архитектуру нанес. Вот какое маленькое здание по сравнению с такими колоссами. Так, прописал водичку, и получилась иллюзия натуральная. Получились такие разводы. Когда выполнен рисунок, то уже легче. Есть такой разбор. Разбор по большим формам, по большим массам. То уже начинаем красить. А принцип такой. Начинаем с теней. Тенями будем моделировать форму. И сохранять свет. Я эти места хорошо знаю. Исходил все здесь. Это Battery Park, старинная здесь пристань. Это тоже такое здание стоит прямо у воды. Корабли подходят, ресторан там хороший. Статуя Либерти. Акрилик более мобильный. Можно работать и по сырому, и в технике а-ля прима. Можно и, значит, лессировочные наносить слои. Вот так, разговорился, и работа пошла автоматически. Автоматически, на подсознательном уровне. А сейчас я смотрю, о, nice, very good. I like it. I like it this job. Люблю. Люблю то, что я делаю. Все-таки я люблю желтые, оранжевые цвета. Со студенческих лет помню, акварельки писал. Оранжевые, желтые, контрастные, чтобы струился свет, какой-то невидимый свет изнутри. Окей, okay, thank you. Good, I like it this job. Very nice.